Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем совместными усилиями анализировать все, что на них происходит и как эти события влияют на динамику доллара и рисковых инструментов. Ну что ж, подводя итоги еще одного дня, можем по праву отметить то, что наша ставка, которая предполагает дальнейший рост доллара, она пока отрабатывается самым лучшим образом. Американская валюта чувствует себя бодрее, чем какой-либо другой инструмент. Доллар прессингует против всех своих конкурентов. И я полагаю то, что в ближайшее время ничто не способно повлиять в плане ухудшения рыночных настроений на доллар, и значит, мы вряд ли увидим какие-то неприятные сюрпризы, в том числе по тем торговым позициям, которые на текущий момент у нас открыты. Все сделки, ну, за редким исключением, к примеру, тот же самый доллар-канадец, там мы все-таки хотим увидеть более бодрым именно канадский доллар, а не американскую валюту. Но, как говорится, еще не вечер. У нас изначально было ожидание с вами на пятницу, когда выйдет отчет по состоянию канадского рынка труда, и этот отчет позволит нам вернуться к теме повышения процентных ставок в рамках уже текущего месяца. Чем лучше будет статистика, тем больше вероятность того, что Банк Канады будет продолжать путь такими же высокими темпами, как Федрезерв, касательно ужесточения национальной денежно-кредитной политики. И даже если параллельно с сильным рынком по Канаде выйдет довольно внушительный по именно состоянию сектора отчета по США Non-Farm Payrolls, я предполагаю, что все-таки реакция канадца на свою статистику будет более выраженной, потому что канадец нам неоднократно уже демонстрировал собственной динамикой, насколько он чуток именно к национальной статистике. И вот в дуэте доллар-канадец это, пожалуй, единственный такой тандем валютных инструментов, где я изначально рекомендую все-таки поставить на большую бодрость именно канадского доллара, а не американского конкурента. У нас и так хватает торговых идей, и так хватает, собственно, таких симбиозов валютных пар, где мы преимущественно делаем ставку на доллар, и в целом мы находимся сейчас с общим рыночным трендом, который, собственно, и связан с укреплением доллара. Сегодня, друзья, день не такой насыщенный на события, как минувшая торговая сессия, но считайте, что текущий день — это своего рода небольшая передышка перед крайне насыщенной пятницей, когда мы обратим свои взоры, опять же, на Non-Farm Payrolls, классический релиз, главный релиз и отчет по состоянию американского рынка труда. Кто-то отмечает этот отчет, эти данные, как самая крутая статистика по штатам. Я с этим ни в коем случае не спорю, потому что можно еще на ту же чашу весов поставить и данные по инфляции, но вы понимаете, что динамика по рынку труда, если анализировать не только количество новых рабочих мест, создаваемых вне сельскохозяйственного сектора, но еще и темпы роста заработных плат, это статистика, которая также влияет и на общий показатель инфляции. Поэтому я признаю то, что релиз существенный, важный для доллара. Ну, это лишь еще один, скажем, сигнал, аргумент, довод в пользу того, что нужно этот инструмент покупать, потому что американская валюта не просто так растет. Она растет, и эта динамика является следствием того, что происходит с национальной экономикой. Вот мы сегодня вернемся к отдельному, очень важному, мне кажется, комментарию со стороны Джерома Пауэлла, который возглавляет американский регулятор. Снова, вы знаете, он вчера давал пресс-конференцию. В целом, все было то же самое, что мы анализировали и слышали за день до этого и на прошлой неделе. Но вот один дополнительный, скажем, комплимент, который был сделан текущему состоянию американской экономики, мне кажется, очень важен. Действительно, друзья, по штатам ситуация макроэкономическая складывается настолько здорово, что даже немножко становится страшно. Но какой бы отчет мы ни анализировали, там не просто прирост по сравнению, скажем, с релизом, будучи опубликованным до этого, там максимумы за много лет, а по некоторым, опять же, отраслям исторические показатели. И
Если развивать эту тему, если копнуть глубже, если уйти совсем далеко, может быть, за вот этим позитивом стоит что-то не, скажем, хорошее в плане дальнейшего состояния и того, как события будут развиваться дальше. Но пока что не будем негативить настолько, не будем копать так глубоко, пытаясь увидеть негатив, в принципе, где его сейчас и довольно трудно найти. Я предлагаю положиться пока что на эти данные и все-таки допустить то, что это не рисованная статистика, это статистика, которая является следствием тех реформ, которые реализовал Трамп. Реформы, которые реально помогают национальной экономике. К повестке текущего календаря сегодня в 15:30 заявки на пособие по безработице, традиционный релиз для четверга, но что важно, это статистика, которую мы с вами разбираем каждую неделю, 4 отчета в месяц и готовимся на основании этих релизов к Non-Farm Payrolls. Так вот, последние релизы по заявкам на протяжении всех прошлых недель указывают и явно демонстрируют одну лишь тенденцию, это восстановление сектора. Поэтому вкупе, вкладчину со всех этих релизов, если объединить их, у нас как раз и формируется общее представление о том, что Non-Farm Payrolls нас уж точно не разочарует. Поэтому сегодняшний отчет я предлагаю также использовать лишь в качестве получение дополнительного, пусть даже и совершенно ненужного аргумента и довода, что завтра нас ожидает очень сильный отчет. В 17:00 по штатам также производственные заказы. Я думаю, что и этот сектор, в частности, нас тоже не разочарует, потому что за день до этого мы с вами анализировали активности, точнее, в рамках этой недели активности в производственном секторе и в сфере услуг. Конечно же, спрос на внутреннем рынке, он фактически и выступает, скажем, тем, что создает загрузку для производственного сектора и обеспечивает этот сектор заказами. Я думаю, что больше вопросов должно возникнуть в том случае, если мы увидим слабые цифры. Но, как правило, на фоне такого тотального позитива на слабые цифры даже не обращают внимания, считая, что это какая-то случайность, возможно, имеющая отношение к каким-то сезонным факторам. Вот, собственно, два отчета, на которые мы сегодня обратим внимание. Не думаю, что рынок на них бурно отреагирует. Сейчас рынок будет докопить силы для того, чтобы завтра активно поторговать. Обычно перед насыщенным днем у нас затишье. В целом сейчас мы видим то, что тенденции, которые были обозначены раньше, сохраняются. Мы уверены в том, что до конца этой недели сможем оказаться еще, скажем, выше по доллару и еще ниже по рисковым инструментам. Что касается нефти, нефтянка, скажем, у себя на уме продолжает развитие восходящего движения. Это действительно тотальный, полноценный, настоящий тренд. 86-73 мы уже видели по максимуму, сейчас котировки на отметке 86. Каковы же были ожидания продавцов и расчет на то, что фундаментальный релиз, такой как отчет от администрации энергетической информации по запасам, при определенном исходе, при выходе определенных показателей, должен был стать причиной коррекции нефти. И я тоже, друзья, в 17:30, так же, как и вы вчера, следил, мониторил именно за тем, какая будет статистика. Когда вышел отчет по запасам, мы в соответствии с, помните, нашим предположением из-за сезонного технического закрытия на обслуживание довольно высокого процента производственных мощностей и нефтеперерабатывающих заводов США, мы говорили о том, что запасы должны были вырасти. И в целом запасы выросли. Вместо прогноза, который допускал по разным оценкам прирост запасов на 2 миллиона, на 3 миллиона, мы увидели цифру 8 миллионов. Конечно же, при прочих равных на рынке, если бы не было такого агрессивного, спекулятивного настроя покупать нефть только потому, что она растет и якобы потому, что она будет расти дальше, этот релиз должен был бы, опять же, сломать хребет вот оптимистично настроенным быкам. Но в данном случае коррекция небольшая была, но она настолько стала непродолжительной, что небольшой уход в красную зону был быстренько выкуплен покупателем, и цены вернулись к прежним максимумам. И при этом, опять же, возвращаясь к причинам, на чем же рынок продолжает расти, друзья, все тот же самый повод, который мы разбирали с вами
в начале этой недели, на прошлой неделе, месяц назад, два месяца назад, это ожидание, что Иран станет причиной дефицита предложения в мировой экономике. Такое ощущение, что Иран это единственный производитель нефти в мире. Ну, на этой новости, собственно, котировки продолжают покупать. Я думаю, что явно прослеживается ситуация, которая, ну, в плане, наверное, фундамент и логичной реакции совершенно неадекватная. Это спекулятивные, действительно, покупки. Вот то же самое, что мы наблюдали в конце, собственно, 2017 года в отношении рынка криптовалют. Да и мы видели такие же тенденции в отношении американского фондового рынка, когда игнорируется весь фундамент, и только потому, что актив исключительно прибавляет каждую торговую сессию, к нему присоединяется с прицепом все больше и большее количество трейдеров. Ну, а в такой ситуации мне, друзья, лишь остается вам напомнить, что разочарование по факту будущей коррекции, оно может быть значительным. Вот тот же самый крипторынок, вы помните, что с ним было, когда все же на него вернулось допущение, что актив крайне перекуплен. То же самое было и в прошлом году, точнее в начале этого года с американским фондовым рынком, когда коррекция оказалась значительной и многие, собственно, не допускали, что она может быть в процентном выражении такой. То же самое может произойти и на рынке нефти. Поэтому я хочу пожелать вам, друзья, если вы все-таки продолжаете покупать Brent и ждете $100 за баррель, пожелать вам удачи, потому что это очень рискованная позиция. Если все-таки больше должное отдать фундаменту, нужно старательно, тщательно копаться именно в уровнях, в котировках и искать именно те значения, от которых может развиться довольно глубокая коррекционная ралли. Я этим занимаюсь, друзья, поэтому по мере возможности рассказываю вам об этих уровнях. У нас сейчас отметка там $83 за баррель. Я думаю, что посмотрим, как завершим торги в рамках этой недели, закроем пятницу. И если все равно будем находиться выше $85 за баррель, думаю, подтащим отложку селл-стопа поближе к 85. Рубль 65.87. Сегодня наверняка с открытия торгов на ММВБ нас ожидает небольшое укрепление рубля. Почему небольшое? Потому что рынок уже нам показал вот эти критические уровни, докуда рубль могут, собственно, пускать в плане его бодрости. Это в районе 65-65 небольшим. То есть ниже этой планки, уж не знаю, какое-то чудо должно действительно произойти на рынке нефти, и котировки должны улететь там в район $100 за баррель, чтобы мы начали говорить о возможности ухода пары доллар-рубль ниже 65, но вероятность этого крайне низка. Доллар-иена, тут можно сказать только одно. Десятилетние облигации находятся сейчас по доходности на показателе на уровне 3,20%. Это максимум за последние 7 лет, если двухлетки будем разбирать, там, по-моему, даже за 10 лет уже максимум. Все, можно даже не смотреть на статистику, можно не смотреть на оценку фьючерсного контракта FedWatch, сколько там, насколько трейдеры уверены в том, что ставку будут повышать в декабре, это уже не важно. То, что происходит на рынке облигаций, явно доказывает то, что все верят в неизменность вот этой траектории более высоких процентных ставок, в жесткую монетарную политику, то, что Федрезерв не будет отказываться от ранее обозначенных планов. Но для общего развития, друзья, я скажу, что десятилетки выросли, конечно же, на фундаменте, который был потрясающий в рамках вчерашней торговой сессии. ADP у нас 230 тысяч, 183 тысяч. ISM в сфере услуг очень важный индикатор. И у нас исторический максимум, друзья, 61,6. 58,5 это месяц назад было. Каждый месяц у нас вот этот нетюжный прогресс. Активность в секторе услуг маркет, менее объективная уже оценка, но все равно важный индикатор тоже. 53,5. 52,9. После того, как вышли эти данные, конечно, Джером Пауэлл, который выступал вчера под закрытие торговой сессии, ну, вы понимаете, часовые пояса разные, в Штатах это совершенно не закрытие торговой сессии, это только начало, он уже имел возможность работать с этими цифрами и отметил, что крайне доволен текущим состоянием американской экономики и считает, что в данный момент сложился просто какой-то невероятный, удивительный набор экономических условий. Поэтому
Кто ему передал экономику в таком состоянии, не знаю. Его ли это заслуги, тоже можно поспорить. Все-таки, скажем, у власти он не так уж и давно. Заслуга ли это Трампа, тоже большой вопрос. Но если, опять же, не уходить совсем такие глубокие размышления и умозаключения, наверное, связи и, ну, происходящее нужно увязывать именно с курсом Джерома Пауэлла, пусть и продолженным от курса Джанет Йеллен, и нужно связывать с Трампом. И, возможно, их заслуги действительно тоже очень велики. Но это не важно, друзья. Самое главное, доллар продолжает расти. Доллар-иена у нас с high 114.54 вчера. Наша с вами цель, напоминаю, 115, совсем чуть-чуть остается до этого уровня. Сейчас чуть откатили, находимся на отметке 114.36. Евро против доллара сразу же на фоне роста трежери, контраста, опять же, доходности облигаций Германии и, разумеется, США просел. Лоу 1.1462. Мы видели сейчас, в принципе, такие же котировки. Плюс ко всему, еще вчера несколько слабых отчетов по активности в производственном секторе и сфере услуг. Розничные продажи по еврозоне второй месяц, или даже не второй, друзья. Ну, уж точно, если сравнивать с позапрошлым месяцем, уход на отрицательную территорию, очевидный спад, минус 0,2%. И даже появившиеся сообщения о том, что Италия будет работать над сокращением дефицита бюджета и уровня долговой нагрузки, в целом это не реанимировало европейскую валюту. Я думаю, что те, кто уже поставил ранее на негатив, в том числе и политического характера, прекрасно понимают, что эти сообщения и эти комментарии совершенно никак не будут ввязаться с реальными действиями. Проект бюджета на 2019 год уже принят, и он совершенно не соответствует критериям и жестким нормативам Европейского Союза. То ли еще будет, друзья. Напоминаю, что периодически звучат от источников, близких к непосредственному политическому курсу Италии, то есть политической элиты Италии, о том, что, может быть, было бы лучше, если бы мы вообще более не работали с евро и так далее. Ну, делайте выводы сами, к чему это в конце концов приведет. Я советую держать евро в продажах и ждать, как и раньше, собственно, уровня 1.10-1.10-12. Австралиец 0.7077. Друзья, 77 пунктов остается до нашей цели. Но как мы были близки несколько недель назад к этому уровню и накаркали тогда. Поэтому, с вашего позволения, я на текущий момент по австралийцу замолкаю. Просто смотрим, как развивается ситуация дальше. По новозеландцу мы сделали цель 0.65. Друзья, я думаю, что поскольку и австралиец, и новозеландец с высокой степенью корреляции действуют в одном направлении, давайте отдохнем по новозеландцу, все-таки выйдем с рынка. У нас австралиец есть, будем ловить профит там. Доллар канадец 1.2884. С одной стороны, это плохо, что мы не пробили поддержку 1.28, потому что так хотели увидеть этот уровень позади, с учетом наличия фундаментальной поддержки. Но, с другой стороны, мне приятно осознавать то, что рынок самостоятельно снял вот эту перекупленности, может быть, канадцы с учетом еще не закрытого гэпа, но мы приближаемся к завтрашней торговой сессии, когда выйдут данные по рынку труда Канады. И этот отчет, скорее всего, повысит вероятность ужесточения ставки уже в рамках этого месяца. И, как я уже отметил в начале брифинга, на ожиданиях корректив монетарной политики Канады мы сможем еще урвать свое через рост канадского доллара. Поэтому по доллару канадцу, я думаю, что мы дождемся пробоя отметки 1.28. И когда этот рубеж пойдет, учитывая, как он держался до этого, там собрано большое количество стоповых ордеров, принудительная выжимка оппозиции придаст нам дополнительное ускорение, друзья, и мы пойдем еще ниже. Фунт против доллара остается во власти британец политических настроений по Брекзиту. В частности, мы готовимся к тому, что ввиду отсутствия прогресса на текущем этапе и сегодня Англию ждут времена похлеще времен финансово-экономического кризиса 2008 года, потому что Англия потеряет европейский рынок, скорее всего. Накануне выступления Тереза Мэй на конференции консервативной партии была освистана своими однопартийцами. Это еще один сигнал того, с какими трудностями действительно нас сталкивается сейчас с единомышленниками в своем стремлении
договориться, найти общий язык с переговорщиками Европейского союза. Ну, это тоже явно не положительное начало для торговли, собственно, фунтом через покупки. Поэтому я не буду, конечно же, темнить, пилить в плане наличия каких-то положительных ожиданий. Нет, их совершенно нету. Фунт нужно продавать, фунт уже снижается, 1.2928. Сейчас, друзья, мы закрепились ниже планки 1.30, фунт валится еще под давлением, конечно же, доллара. И вчера мы с вами говорили про важный отчет активности в сфере услуг Англии. 53,9 54,3 важнейший сектор британской экономики облажался в прямом смысле. И это настраивает нас, разумеется, на более слабые цифры по экономическому росту и позволяет обе руки поставить на то, что против фунта теперь будет еще и статистика. Ждем по британцу. Пожалуй, из валютных пар, которые у нас еще остались, по многим мы уже очень близки к нашим целям. По фунту у нас самая такая долгоиграющая цель – это 1.25. Мы планируем выжать еще 400 пунктов из британца. И, друзья, вместе непременно этого добьемся. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через Periscope. Всего доброго. До свидания.